Сегодня 24 января. Всем доброе утро. Вчера был очередной снегопад. Припорошило. Начал чистить. Погоду нам сегодня обещают до плюс 2. Снег. Заю нашу забрали в приют. Вчера мне рассказала женщина, здесь работает в конторе. Вот, она занимается отловом и устройством кошек, собак. Вот. Теперь наша зая вдвоем с братиком в приюте. Дальше будет отслеживаться ихняя судьба, то есть их будут пристраивать. И, как она сказала, будем пристраивать их двоих, потому что братик и сестра, они уже друг без друга не могут. Вот. Поэтому все хорошо, слава Богу. Вот. И Лена нам скажет потом. Куда пристроят, в какую семью.
быстро время летит. Год и 7 месяцев. Ай, кошмар. Тебе наша легенда. Низкий-низкий поклон от всех со всего мира. В Оренбурге Сергею Борисовичу тоже низкий поклон. Помним вас, любим. Всем удачного дня!